далеко-далеко за полярным кругом. Там, где зимой всегда темно, а летом солнце не уходит за горизонт круглые сутки, в краю ярких северных сияний, суровых морозов, бескрайней тундры скрыты настоящие богатства – богатство ненецкой земли. Главное сокровище Ненецкого автономного округа – люди. Многонациональный народ в мире и согласии ежедневно делает так, чтобы экономика региона была устойчивой. Труженики тундры пасут оленей, животноводы и работники сельского хозяйства обеспечивают продовольственную безопасность. Педагоги растят достойную смену, врачи сохраняют здоровье, авиаторы воздушными трассами связывают между собой населенные пункты округа, стойбища и месторождения, где нефтяники добывают черное золото. Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция занимает 4-е место в России по запасам нефти. В Ненецком автономном округе открыты 95 месторождений углеводородного сырья. В Баренцевом море вблизи поселка Варандей действует стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал для перекачки в танкеры экспортной нефти. Сделав разворот на 180 градусов, суда идут на восток. Через Ненецкий автономный округ пролегает большая часть Северного морского пути. Главная арктическая судоходная трасса России уже сейчас частично обслуживается специалистами Ненецкого автономного округа, поэтому развитие транспортного коридора невозможно без учета потенциала региона. Чтобы жить на севере, нужно быть настоящим полярником. Климат здесь субарктический морской. Температура воздуха зимой опускается порой до минус 46 градусов, а летом нечасто поднимается до отметки в плюс 20. Здесь нетронутыми сохранились единственные в Европе равнинные субарктические и арктические тундры – места обитания ценных видов растений, птиц и млекопитающих. В Ненецком автономном округе 16 особо охраняемых природных территорий. Охота, рыбалка, нетронутые цивилизации уголки природы, сияние авроры, белый рассыпчатый снег, национальные традиции коренных народов – все это привлекает в Ненецкий автономный округ все больше россиян.